Hare Krishna. Today is Hare Krishna. Sorry for being a little late. Извиняюсь, то, что немного припоздал. A lot of people come into my room. Очень много людей ко мне в комнату заходило. How many of you are going to the Rath Yatra tomorrow? Кто из вас завтра на Рат Ятру поедет? So long ago, there was a king called King Indradumna. Давно жил царь Индрадюмна. He was a very pious king. Он был очень благочестивым царем. You just come to know. Sony Ochin Malika. After this, I have to go to give a lecture to 900 people from Surat who are at a pandal nearby. После этого мне нужно пойти будет и дать лекцию. Там 900 человек бедных из Сурата. Там рядом пандал. So tomorrow is a big Rath Yatra in Delhi. Завтра большая Рат Ятра в Дели. The Rath Yatras in your country are usually quite small compared to the Indian Rath Yatra. И вот Рат Ятры, которые у вас в странах проходят, они достаточно небольшие по сравнению с теми Рат Ятрами, которые проходят в Индии. Most Rath Yatras in Russia in a park. Большинство Рат Ятр в России проходят в парках. In America and Canada they're quite long. В Америке, в Канаде достаточно длинные такие процессии. In New York, the Rath Yatra goes on three chariots on Fifth Avenue, which is the busiest street in New York, most expensive street in New York. И в Нью-Йорке Рath Yatra идет такой длинной процессией с тремя колесницами на 50-й авеню. На 5-й авеню, и это самая такая дорогая, фешенебельная авеню в Нью-Йорке. Have you heard of Toronto? Слышали о Торонто? В Канаде. They have a street called Yonge Street, which is considered the longest street in the Western world. И в Торонто есть улица, называется улица Yonge, и она считается самой длинной улицей в западном мире. So, and then the Rath Yatra goes on that street for 3 to 4 hours. И вот по этой улице Рат Ятра идет где-то 3-4 часа. Then we take, then it ends in a harbor, from where we take a ship to go to an island in Toronto. И затем процессия заканчивается в заливе, на причал приходит, где пересаживается на корабль и продолжается плывет на остров в Торонто. Temple president wants to speak with me urgently. Срочно нужно поговорить с президентом. Some problem. You give my phone to. В Индии всегда какие-то проблемы. Some people are putting demonstration in front of our temple here. Какие-то люди перед нашим храмом устроили демонстрацию. Here, Vrindavan. Здесь, в Вриндаване. When you go out, you will see some big placards. Если вы выйдете, вы сможете увидеть там какие-то большие плакаты. These are just some blackmailers. Какие-то blackmailers. Some people want to create scandal. Люди просто скандалисты какие-то. It's not that all the problems are in Russia. The problems in India also. Проблемы не только в России, в Индии тоже есть. Не только проблем в России, Индия тоже есть много проблем. So I was telling you about the Rath Yatra in Toronto. И я вот рассказывал вам о Рат Ятре, которая проходит в Торонто. And we could then go to the island. It's a half an hour, 20-minute boat ride. Вот на остров плывут где-то 20 минут на лодке. And then they take Lord Jagannath to the island, and then thousands of people come for a two-day celebration, Saturday, Sunday. И затем Джагнатом размещается на этом острове, и там несколько тысяч людей
Они субботу и воскресенье приезжают на этот остров, там большой праздник идет. И завтра у нас будет Радхаятра в Дели. Я очень быстро вам расскажу историю про Господа Джаганнатха. So there was a king called King Indradumna. Жил был царь Индрадюмна. I think I told this story in the Jagannath temple. Я думаю, эту историю рассказывал в храме Джаганнатхи. But there are many people here who are not here in the Jagannath temple. Но здесь есть много людей, которые не были в храме Джаганнатхи. So this King Indradumna was a very, but I'm going to tell you in a summary form. The story actually is very long. На самом деле история сама по себе очень длинная, я вам вкратце ее перескажу просто. At 9:15 I have to go to give another lecture to 900 devotees. Где-то без 15 дней, мне нужно еще вот одну лекцию дать, там 900 человек ждет меня. So they've come on parikram from Bombay and Surat. Они приехали на парикрам из Бомбея и Сурата. So there was a very pious king, King Indradumna. Так жил да был какой благочестивый царь Индрадюмна. And this King Indradumna, though was a king, he was just engaged in serving the Lord. И царь Индрадюмна, несмотря на то, что он был царем, тем не менее он был очень занят служением Господу. They're having a big demonstration in front of the temple, so I'm just debating where to give a lecture to these 900 people. I have to go out of the temple. Ну, там просто эта демонстрация, которая за храмом идет, меня что-то беспокоит. Я думаю, то ли мне пойти лекцию давать этим 900 преданным, то ли пойти с этой демонстрацией что-то сделать, выйти за храм. It may not be very safe for me to go out at this time. Не знаю, то есть будет ли для меня безопасно сейчас выходить туда. So all this king used to think about is how to serve Prabhu. Mujhe murti mando jaldi phone mein. Murti mando. All this king used to do is to think about how can I serve the Lord. И царь все время думал лишь о том, как я могу служить Господу. So one day. A sage came to his palace. И однажды к нему во дворец пришел один святой мудрец. He said, "O king, you don't know what I saw." И он сказал: "О царь, не поверишь ты тому, что я видел." I saw a deity of Nila Madhav. Я видел божество Нила Мадхава. That deity was so beautiful that if you have the fortune of seeing it even for one minute, your whole life's mission will be. Я видел это божество. Если бы ты увидел это божество Нила Мадхава, оно настолько красивое, что если бы ты его увидел хотя бы одну минуту, то ты достиг бы цели всей своей жизни. So, and the sage said this, and he went away. Этот мудрец сказал эти слова и ушел. He didn't say where the deity is, north, south, east, west. He gave no indication. И этот мудрец не сказал, не дал ни одного намека, где находится это божество, не упомянул ни юга, ни запада, ни севера, ни востока, просто взял и вышел. All he said, he saw a deity of Nila Madhav. If you ever get a chance to see the deity, you'll get immense. Я сказал просто, что если тебе вот выпадет на судьбу такая удача, увидеть это божество, обязательно его повидай, и тогда твоя жизнь достигнет успеха. So the king was just meditating. Where is deity of Nila Madhav? И царь начал медитировать. Где же ему увидеть это божество Нила Мадхава? How can I find Nila Madhav? Как я могу найти Нила Мадхава? He called all the brahmanas. Собрал всех брахманов. He said, Have you heard of a deity called Nila Madhav? Спросил их. Слышал ли кто-либо из вас о божестве Нила Мадхава? They all said, No. Все сказали, нет. First time you're hearing this. Первый раз слышим такое имя. The king said he divided the brahmanas into four groups: north, south, east, west. Затем царь разделил всех брахманов на четыре группы. Одна отвечала за юг, другая за запад, восток и север. Go to every house, every temple, and ask them if they've seen a deity of Nila Madhav. Сказал: идите в каждый дом, каждый храм, заходите и спрашивайте. Никто не видел ли божество Нила Мадхава. So all the brahmanas went all over the country.
And they came back and said, sorry, we could not find the deity of Nilamadhava. Эти брахманы пошли всю страну и вернулись к царю и сказали, извиняемся, но мы не смогли найти это божество Ниламадхава. Мультиман, अभी देखो हमारे मंदिर के सामने ये कोई दो तीन बदमाशी लोग छोटी लोग बात है having demonstration in front of the temple. Там демонстрация перед храмом идет. So it's not safe for me to go out in the night. На самом деле мне небезопасно сейчас вечером покидать пределы храма. Because this lecture was in Chitrakut Ashram. Лекция в Chitrakut Ashram. So this king sent brahmanas all the way the planet to look for Nilamadhava. И этот царь послал брахманов по всей планете искать божество Ниламадхава. And all the brahmanas came back and said, sir, we went to house everywhere, but we could not find any Nilamadhava, and nobody's even heard of Nilamadhava. И брахманы вернулись и сказали, дорогой царь, мы обошли всю планету, заходили во все дома, во все храмы, и нигде никто и не слышал о божестве Ниламадхава. But one brahman didn't come back. Тем не менее, один брахман не вернулся. His name was Vishwasu. Его звали Вишвасу. Vishwasu stayed on in a jungle. Vishwasu он был в джунглях. Знаете, джунгл. Знаете, да, джунгли. Stayed on in the jungle. Он жил в джунглях. And there was a tribe. И там в джунглях жило одно племя. And there was a leader of the tribe who was a great devotee of Nilamadhava. И лидер, предводитель этого племени был очень великим преданным Ниламадхаву. So this Brahman was staying in the jungle, and there he got very much attached to the leader of the tribe. Этот Брахман, он жил в джунглях, и там он познакомился и как-то сильно привязался к этому предводителю этого племени. And the leader of the tribe had a daughter called Lalita. И у этого предводителя племени была дочь по имени Лалита. And Vishwasu saw this Lalita, even though she was from a low caste, she was very pious, religious, culture, chaste lady. И вот этот Браман видел, что Лалита, несмотря на то, что она была из низкой касты, из низшей касты, тем не менее она была очень такой целомудренной, честной, благочестивой девушкой, религиозной. So he got married to Lalita. И он женился на Лалите. And he was staying in his father-in-law's house. И таким образом он жил в доме своего тестя. Vishwasu noticed one thing. И однажды Вишвасу заметил одно. His wife's father would go away every day in the afternoon and come back one or two days later. Вот бывало так, что отец его жены после обеда куда-то уходил из дома и возвращался где-то через день-два. And when he would come back, his whole body was so perfumed, full of sandalwood perfume. И когда он возвращался, его тело оно благоухало. От него исходил аромат сандаловой пасты. So Vishwasu was wondering, where did he get this fragrance from? И Вишвасу он удивлялся и думал, откуда запах этот появляется. So he asked his wife. Спросил жену свою. Where does your father go? He doesn't come back in the night, and when he comes back, his body is so perfumed, it looks like he's coming from heaven. Он спросил, куда твой отец уходит вечером, ночью его дома нет, а затем, когда он возвращается, то все его тело оно благоухает этим сандаловым маслом. She said, I can't tell you where my father goes. Как будто он с райских планет спустился. И жена ему ответила, я тебе не могу сказать, куда ходит мой отец, потому что это большой секрет. Can't keep a secret from me. А Вишвасу сказал, да ну что, вот у меня секретов у тебя должно быть. So then she said, и тогда она сказала, she said, there's a deity called Nilamadhava. Сказала, что на самом деле есть божество, которое зовут Ниламадхава. The deity is deep in the forest. И это божество, оно находится в глубоком лесу. And in the deity is deep in the forest. And my father goes and worships. И мой отец ходит в лес и там поклоняется этому божеству. And he goes, picks the flowers,
makes garland, offers food, and then comes back. Отец, он в лесу собирает цветы, делает гирлянды, затем предлагает божеству пищу и возвращается назад домой. So Вишвасу said, "Can I go with your father?" И Вишвасу сказал, "А я могу пойти с твоим отцом?" That's what Vishwasu came for, to look for Nila Madhava. Именно с этой целью же пришел Вишвасу, чтобы найти Нила Мадхаву. That was his goal in life. Это была его цель жизни. Now we heard that somebody is worshiping Nila Madhava. Узнали о том, кто поклоняется Нила Мадхаве. И вот он узнал об этом. Can I go with your father to worship Nila Madhava, have his darshan? И вот он начал просить свою жену, могу я пойти с твоим отцом, чтобы тоже провести поклонение Нила Мадхаве вместе с твоим отцом? Лалита said, no, my father will never take you there. И Лалита сказала, нет, ни за что на свете мой отец не возьмет тебя с собой туда. He doesn't want anyone in the world to worship that, to see that Nila Madhava. Он не хочет, чтобы кто-либо в мире видел это божество Нила Мадхава. He is scared that if somebody sees Nila Madhava, then his service to Nila Madhava may go away. И он боится, что если кто-то увидит Нила Мадхаву, то таким образом он лишится своего служения Нила Мадхаве. But she said, please let me speak your father if you can take me. И он начал все равно ее просить, умолял и говорил, ну поговори со своим отцом, может как-то он возьмет меня. So Lalita pleaded with her father, "Can you take my husband to have darshan of Nila Madhava?" И Лалита начала умолять отца и просить его, не мог бы ты взять моего мужа с собой к Нила Мадхаве? Your father said, "No, I'll never take him." Отец говорил, нет, ни за что, никогда не возьму его. If you want, I'll take him on one condition. Но если хочешь, я готов взять его с собой при одном условии. I will blindfold him. Я его, я ему завяжу глаза. You know, blindfold. Да? Завяжу ему глаза. I'll blindfold him, and then we'll reach the deity of Nila Madhava. Then I'll open it so he can have darshan. То есть я завяжу ему глаза, его доведу до Нила Мадхавы, и когда дойдем туда, я развяжу глаза, и тогда он сможет получить дальше. And he сказал, согласен. I agree. И Браман согласился, сказал, я согласен. So, Vishwasu was blindfolded. И таким образом Вишвасу завязали глаза. But his wife and he had made a transcendental plan. Но он и его жена задумали трансцендентный план. They took mustard seeds and tied it to his dhoti. Они взяли горчицу, семена горчицы и завязали его в доти. So as they were walking, Vishwasu was dropping mustard seeds all along the path. Когда они шли, Вишвасу он брал эти семена горчицы и бросал их на землю по тому пути, где они шли. So the idea was the next time once the mustard seeds are there, then he will know later. This is how I can reach Nila Madhava. И идея была такова, что затем, когда эти семена горчицы они прорастут, он сможет увидеть этот путь и узнать, вот эта дорога ведет к Нила Мадхаве. Finally, Vishwasu reached Nila Madhava. И в конце концов Вишвасу достиг Нила Мадхавы. And his father-in-law untied the cloth. И его тесть развязал ему глаза. His father-in-law untied the cloth. And Vishwasu, when he saw Nila Madhava, he felt such great happiness, you can't even imagine. И вот когда Вишвасу он увидел Нила Мадхаву, то он испытал такое огромное счастье, что даже трудно это себе представить. They were in great ecstasy. Он буквально был в огромном восторге. He couldn't imagine that deity was so beautiful. Он даже не мог себе представить, что божество могло быть таким красивым. Then in front of the deity, there was a small lake. Перед божеством было небольшое озеро. On top of the lake was a tree. Наверху этого озера было дерево. And on the tree there was a crow sitting. И на этом дереве сидела ворона. The crow fell down on the lake in front of Вишвасу. И вот когда Вишвасу стоял возле этого озера, вот эта ворона, она упала с дерева прямо в озеро. Вишвасу saw with his eyes the crow falling in the lake,
that assuming a form of Vishnu and he went back to Garden. Вишвасу своими глазами увидел, как эта ворона упала в озеро и тут же приобрела форму Вишну и вернулась в духовный мир. Может, мне тоже жизнь покончить самоубийством в этом озере? Материальный мир полон страданий. Я получу духовное тело и вернусь домой в духовный мир. What am I doing in the material world, struggling? Что я тут делаю в этом материальном мире? Страдаю. So then he was thinking of committing suicide. Он подумал о том, чтобы покончить с собой. Then a divine voice intervened. Но его остановил божественный голос сверху. And said, Vishwasu, why are you becoming a coward? И он сказал, Вишвасу, что это ты вдруг трусом стал? You were sent by the king to look for Nila Madhav. Тебя же царь позвал найти Нила Мадху. Now you have found Nila Madhav. Теперь ты нашел Нила Мадху. Go back and tell the king where Nila Madhav is. Отправляйся назад и расскажи царю, где Нила Мадху. So Vishwasu dropped the idea of committing suicide. Итак, Вишвасу отказался от идеи самоубийства. But and Vishwasu saw that when they reached Nila Madhav, what his father-in-law was doing. И Вишвасу, когда они пришли туда, он увидел, что делает его тесть. He saw his father-in-law was cutting the flowers from the bushes, making a garland for Nila Madhav. Он увидел, как его тесть собирает цветы с кустов и делает гирлянду для Нила Мадхава. He saw he was taking the fruits and offering it to Nila Madhav for prasad. И он увидел, как этот царь, этот вождь собирает фрукты и предлагает их также Нила Мадхаве. Он совершал все служение этому божеству, даже самое незначительное. Он набирал воду и проводил абишеку этому божеству. И он увидел, как он намахивает божество, как он поклоняется ему. Он был очень счастлив. Then a divine voice intervened and told the Bhishma, his father-in-law, you have served me for so long in the jungle in poverty-stricken condition. Затем с небес опять раздался голос, который сказал этому вождю племени, что ты уже долгое время поклонялся мне в этом лесу без особых условий. But now I want to be worshipped openly. Но сейчас я хочу пышного поклонения. I should let King Indradyumna make a palace for, make a temple for me. Я хочу, чтобы царь Индрадюмна в мою честь построил храм, дворец. So his father-in-law became very anxious. И из-за этого этот вождь очень сильно расстроился, забеспокоился. He said, my service to Nila Madhav couldn't go away. Он сказал, я не могу прекратить свое служение Нила Мадхаве. King Indradyumna is such a big man, very big rich man. Этот царь Индрадюмна, он очень богатый, большой человек. If he makes a king a temple, and my deity goes there, I am low caste, scheduled caste. I won't be even allowed entry in that king. Если божество заберут туда, в этот храм, который построит царь Индрадюмна, то я из низшей касты не смогу даже зайти в этот храм. So he arrested Vishwasu. И он арестовал Вишвасу. You will go back and tell the king where Neel Madhav is. You won't go. You will. Ты пойдешь и расскажешь царю Индрадюмне, где божество Нила Мадхава находится. Then I will lose my service to Neel Madhav. И если ты это сделаешь, то я потеряю свое служение Нила Мадхаве. So he arrested him. И он арестовал его. But then he released him. Затем после этого, конечно, он его освободил. So Vishwasu went back to King Indradyumna. И Вишвасу он вернулся к царю Индрадюмне. He told King Indradyumna, I have found Nila Madhav. I have found Nila Madhav. И он сказал царю Индрадюмне, я нашел Нила Мадхава, я нашел Нила Мадхава. The king was very happy. И царь был очень счастлив. He took his army and proceeded towards Nila Madhava. Он взял свою армию, и они пошли к Нила Мадхаве. How did he know the way to go to Nila Madhav? И как они узнали, как идти, где найти Нила Мадхаву? How? Как? Yeah, Vishwasu was lying.
They saw the mustard seed plant. Yeah, the mustard seed plant, mustard seed had gone into small trees by now. К тому времени уже эти семена горчицы проросли в небольшие растения. Finally, they reached where Nilmadhar was. В конце концов, они пришли в то место, где было божество Ниламаду. But when they reached where Nilmadhar was, Nilmadhar wasn't there. Но когда они пришли в это место, то Ниламадхавы там не было. The king was very angry. И царь был очень разгневан. Where is Nilmadhar gone? Куда же делось божество Ниламадхавы? He arrested Vishvasu's father-in-law. Он арестовал этого тестя Вишвасу. Tell me where is Nilmadhava. Отвечай мне быстро, где Ниламадхава? Have you hidden him? Ты его спрятал где-то? Because you don't want me to worship him. Может, ты не хотел, чтобы я ему поклонялся? His father-in-law said. No, I don't know where the deity has gone myself. А этот тесть, он сказал, я сам не имею ни малейшего понятия, куда делось божество Ниламадхавы. Then there was a divine voice that intervened and spoke as follows. Затем раздался снова божественный голос и сказал следующее. The divine voice was the voice of Ниламадхава. Это был голос Ниламадхавы. Ниламадхава said, now I'm unmanifested. Сказал, я и исчез, я стал непроявленным. You will never be able to see me anymore. Больше вы меня не сможете увидеть. Now I'm going to manifest myself in the form of Daru Brahma. И он сказал, что я собираюсь проявиться в форме Дару Брамы. Daru Brahma means the wooden form of the Lord. Дару Брама означает деревянная форма Господа. And there will be a log of wood floating. In the river, in your palace, near your palace. Он сказал царю, что недалеко от твоего храма я появлюсь как такое деревянное бревно, которое будет плыть по воде. So the king was thinking, oh, I'm so unfortunate, so sinful. Now I can't even have darshan of Lila Madhav. И царь сокрушался и думал, я настолько несчастен и настолько неудачлив, что я не могу даже увидеть божество Ниламадхавы. Он думал, что настолько греховен, что решил поститься до смерти. И когда он уже начал поститься, снова раздался голос божественный и сказал ему, не надо поститься, ты лучше найди это бревно и сделай божество. So then the king came back to his palace. И затем царь вернулся к себе во дворец. He sent his men army to lift the log of wood. He went himself to lift the log of wood that was described by the divine voice. И затем, когда нашли это бревно, о котором говорил этот божественный голос, он послал всю свою армию и сам отправился туда, чтобы поднять это деревянное бревно. King saw the log of wood. Там он увидел это бревно, царь увидел его. И там были все благоприятные отметки лотосных стоп Господа Вишну. They saw that. Он увидел это. He tried to lift it. И он попытался поднять его. But he could not lift. Но он не смог поднять. All the brahmanas tried to lift it. Все брахманы попытались его поднять. They could not lift it. Не могли. Then the king called in his army to lift it. Затем царь позвал всю свою армию, чтобы поднять это бревно. The army also could not lift it. И вся армия не смогла поднять его. Then there was another divine voice. И снова раздался божественный голос. The divine voice said, "Bring Vishvasu and his father-in-law, the two devotees of the Nilmadhava." И этот голос сказал: "Приведи Вишвасу и его тестя, вот этих двух преданных Ниламадхавы." They will be able to lift the log of wood. Они смогут поднять этот бревно. And then they came. И они пришли. And they lifted the log of wood very easily. И очень легко, без труда всякого подняли это бревно. And the log of wood was taken in a golden chariot. The palace of a king. И на золотой колеснице это бревно довезли до дворца царя. So the king invited many sculptors to come and make a form of the Lord from the piece of wood. И царь собрал множество скульпторов, которые должны были изготовить божество, форму Господа из этого бревна. The sculptors would
knock on the wood to make the form of the Lord, and their instruments would break. И все эти скульпторы, они пытались что-то вот сделать из этого бревна, но тем не менее, когда они били по этому бревну, все их инструменты отскакивали и ломались. The king was again in anxiety. Царь, он был в беспокойстве снова. I can't get a form of the Lord made. Даже не могу, чтобы сделать форму божества. How many sculptors came, they failed and множество скульпторов приходило, у них ничего не получалось, они уходили. Came to the palace of the king. И затем во дворец царя пришел Вишвакарма. Знаете Вишвакарму? Да? He makes palaces for demigods. Он для полубогов строит дворцы. Not for us. Не для нас. He's a very great sculptor. Он великий скульптор. Вишвакарма said, I will make the form of the Lord. Вишвакарма сказал, я сделаю форму Господа. But you must allow me to work without interruption for 21 days. Но тем не менее он сказал, мне нужно будет работать, чтобы меня никто не беспокоил и не уходил в течение 21 дня. And I'll work on this for 21 days, and no one should be allowed to come in. Я буду работать 21 день, никто не должен заходить в мастерскую. If anybody comes in, I'll stop my work. Если кто-то войдет, то я остановлю свою работу. So he closed the door. Он закрыл двери. And started и начал работать. Tick, 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 tick. Вот из помещения доносились эти звуки. The king was sitting outside the door. And hearing this tick, 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 tick. Yes, царь он сидел с другой стороны двери и слушал этот тик, тик, тик. This was like kirtan for that king. Для царя это было как киртан. When we were building our temple in Bombay, how many of you have seen the big temple in Bombay? Кто из вас видел большой храм в Бомбее? We near built them in Bombay. Yes. The whole life is failure. If you all haven't seen the Bombay temple, your whole life is failure. Если вы не были в одном храме в Джуху, в Бомбее, вообще зря жили. It's the biggest temple of ISKCON. Это самый большой храм ISKCON. You get about 16,000 people coming to the temple every day. Туда каждый день это 60 тысяч человек приходит. It was Prabhupada's head office. Это было главным офисом Шрилы Прабхупады. So anyway. Doesn't matter. Ну ладно, не так важно. You saw Vrindavan and Mayapur. Вы видели Вриндаван и Майяпур? And of course Puri. И конечно Пури. So when we were building the Bombay temple, Prabhupada was staying in his room on the fifth floor. И когда строили храм, Шрила Прабхупада жил в своей комнате на пятом этаже. And the temple was not fully ready. The religious temple was opened in 1978. 4 months after Prabhupada left the planet. И к тому времени храм еще не был закончен. Храм закончили, открыли в 78 году, уже после того, как Прабхупада ушел с этой планеты. Prabhupada was hearing the noise, tick, 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 tick. И Прабхупада слышал эти звуки, тик, тик, тик. The Prabhupada, this noise, this kirtan, it's like Kartal's play. И Прабхупада говорил, что эти звуки для меня как киртан, как звуки Картал. Because that tick 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 was for making a temple for the Lord. Потому что эти звуки означали, что строится храм для Господа. Mother Yashoda, when she was churning the butter, her bangles were also making noise because the bangles were going up and down. They were dancing. И мама Яшода, когда взбивала масло, взбивала йогурт для Господа, то ее браслеты на руках, они тоже издавали звуки, поскольку они поднимались вверх и вниз по руке, и таким образом они танцевали. On the one hand, Mother Yashoda was singing. Мама Яшода с одной стороны пела, the glories of Krishna. Воспевала славу Кришны. And the damn bangles were thinking, oh, we are being used in the hands of Mother Yashoda who is churning butter for the Lord. И браслеты, которые были на руках мамы Яшоды, они радовались и говорили, нас используют для того, чтобы мы были на руках мамы Яшоды и взбивали масло, йогурт для Господа Кришны. И эти браслеты, они звучали как музыкальные инструменты. So while King Vishwakarma was making a form of the Lord, striking at the wood, King Indradyumna was just sitting outside the door, hearing and imagining what was happening.
И вот Вишвакарма, он изготовлял форму Господа, и был звук его инструментов, и царь Индрадюмна, он сидел под дверью, слушал этот звук и думал, что же там делает? And after 15 days, the voice stopped. He was hearing nothing. И затем прошло 15 дней, и эти звуки не прекратились, и не было ничего слышно. He became very anxious. И царь, он обеспокоился сильно. What's happened? I'm not hearing any noise. Что происходит там? Я не слышу ни звука. He consulted his wife. And... Он посоветовался с женой. Она зовут Гундича. Ее зовут Гундича. So his wife said, maybe he has died. Она сказала, может, он там умер. Мы в 15 дней ему ни еды, ни воды, ничего не давали. Тогда царь посоветовался с министрами. И браманы сказали, министры сказали, что не заходи внутрь, потому что если ты зайдешь, то этот Вишвакарма исчезнет. Let's go and see whether he's alive or not. Let's open the door. Но жена нам оставила и говорила, давай зайдем внутрь, посмотрим вообще, живой он там или нет. The king said, if you open the door, he will stop his work. Но царь сказал, ну он же сказал, что если мы зайдем, то он прекратит свою работу. And unmanifest himself. Он исчезнет. But she insisted. Но она настаивала. So the king opened the door. И царь он открыл дверь. And when he opened the door, Вишвакарма was gone. И когда он открыл дверь, то Вишвакарма исчез. And what he saw was the form of Jagannath, Subhadra and Balaram as you see it today. И когда царь открыл двери и зашел, то там были формы Джаганатхи, Балдевы, Субхадры, такими, какими мы можем видеть их сегодня. So the king, when he saw the form originally, he thought the form was incomplete. И когда царь увидел впервые эту форму Господа, он подумал, что это незаконченная форма. He was lamenting, why did I go and disturb Vishwakarma? Он начал сожалеть и сокрушаться. Зачем же я зашел и побеспокоил Вишвакарму? Then Narada Muni appeared. Затем явился Нарада Муни. He said, "Don't worry, this form is genuine." И он сказал, не волнуйся, это настоящая, это истинная форма. But if you look at Lord Jagannath, you see he has no hands, no legs. И когда вы посмотрите на форму Господа Джаганатхи, вы можете увидеть, что у него нет ни ног, ни рук. И тем не менее, он путешествует по всему миру. На Радхаятрах. Через Радхаятры. И затем царь Индрадюмна установил эти божества в этом известном храме Джаганатха-пури. The history of how Nilamada became Jagannath. И вот эта короткая история, такое короткое описание того, как божество Ниламаду приняло форму Джаганатхи. Anyone who sees Lord Jagannath, worships him, he gets unlimited mercy of the Lord. И любой человек, который видит Господа Джаганатху или поклоняется ему, он получает огромную милость, безграничную милость Господа Джаганатху. And Lord is so kind, he travels to all the cities in the world. И Господь Джаганатх очень милостив, очень добр, что он путешествует по всех, по всем городам, по всему миру. Anyone who sees Lord Jagannath takes part in the Rath Yatra gets blessings of the Lord. И любой, кто видит Господа Джаганатху или принимает участие в Ратха Ятре, получает благословение Господа. So the Lord gets manifested as Krishna, Balaram, Radha Chandra, Gauridai, Jagannath, unlimited form. И Господь проявляет себя в формах Рады Кришны, Кришна Баларамы, Гор Нитай, Джаганатхи в бесконечном, бесконечных формах. So yesterday were your devotees there for Prabhupada's appearance day festival? И твои преданные вчера были на фестивале ухода Шрилы Прабхупады? Присутствовали? Все были? Yes, русский переводчик. Там есть русский переводчик? Yesterday was the 35th appearance day anniversary of Шрилы Прабхупады. There was no translation yesterday. Yesterday was the 35th disappearance day festival of Prabhupada. Вчера был 35-я годовщина ухода Шрилы Прабхупады. But you feel Prabhupada's presence, you don't feel that Prabhupada's gone. Но тем не менее, несмотря на то, что Прабхупада ушел 35 лет назад, вы можете чувствовать присутствие Прабхупады. Да? This is one of the few moments that the only moment on the planet that after the disappearance of the founder Acharya, the movement has expanded
И мы являемся единственным движением во всем мире, в котором после ухода Ачарьи само общество, само движение так сильно выросло. Just like Krishna's qualities are unlimited, Prabhupada's qualities are also unlimited. И потом тому, как качество Кришны безграничны, также безграничны качества Шрилы Прабхупады. Once somebody asked Prabhupada, can you speak something about your spiritual master? Однажды пришел Прабхупада, спросили, вы можете что-то сказать о своем духовном учителе? Prabhupada said, what can I speak about him? И Прабхупада сказал, что я могу сказать о нем? He was a Vaikuntha man. Он был человеком с Вайкунхи. So Prabhupada was also a Vaikuntha man. И Прабхупада сам был также человеком Вайкунхи. But he was very concerned about everyone's welfare. Но его очень сильно заботило благо каждого человека. That's why he left with the old age for the West. Именно поэтому в столь преклонном возрасте он поехал на Запад. Went through all the troubles just for our benefit. Он преодолел все эти трудности ради нашего блага. Prabhupada built these temples in Vrindavan and Mayapur. И Шрила Прабхупада построил эти храмы во Вриндаване, в Майяпуре, в Бомбее. These temples were all built personally under his supervision. Все эти храмы строились под личным с личным участием Шрилы Прабхупады. He wanted to provide a base where his disciples, especially Western disciples, could come and take part in the dharma. Он хотел, чтобы его ученики, особенности ученики Запада, могли приезжать и принимать участие и соприкасаться с Дхаммой. Can you imagine what life would have been if we did not have a temple in Vrindavan and Mayapur? Можете себе представить, какова была бы жизнь, если бы не было храма во Вриндаване и Майяпуре? It'd be miserable, isn't it? Да, было бы как-то. I mean, nice temples. Wherever you go, you have these nice temples. Куда бы вы ни поехали, есть замечательные, прекрасные храмы. I tell the devotees in ISKCON, they're part of a society that has a house in every city of the world. Я говорю преданным ISKCON, что вы часть такого общества, где есть дом в каждом городе по всему миру. So by Prabhupada's mercy, more and more centers are coming up around the world. По милости Шрилы Прабхупады, все больше и больше центров появляется по всему миру. Of course, they will evolve me. Can you go to my room and send my servant? Of course, there will always be challenges. Конечно, какие-то вызовы всегда будут, трудности будут. But these challenges are opportunities for us to surrender more to the Lord. Но все эти вызовы и трудности для нас это лишь такой вызов, чтобы еще больше предаться Господу. Just like this Govardhan Lila. Как вот эта Говардхана Лила. One reason Govardhan Lila was done because Krishna wanted to reduce Indra's pride. Одна причина, почему была эта Говардхана Лила, это потому, что Кришна хотел уменьшить гордость Индры. Another reason was to increase Vrijbasi's attachment to Krishna. И еще одна причина была такая, что Кришна хотел, чтобы привязанность к Вриджбаси Кришне усилилась. Because when the Vrijbasi saw this heavy rainfall, he said, Krishna, please protect us. Потому что когда Вриджбаси увидели этот сильный дождь, они сказали, Кришна, пожалуйста, спаси нас. So when you're in difficulty, when you're facing challenges, it's a good opportunity to surrender to the Lord. Поэтому, когда вы в сложной ситуации, в трудности, это хорошая возможность предаться Господу. You don't get scared. Поэтому не пугайтесь, не бойтесь. Hare Krishna. So, I understand, Maharaj, your group is going back, Abratna, after noach. Завтра вечером. See your group, Vaisha. So, how many of you are going back to Moscow? Кто из вас возвращается в Москву завтра? О, гари болдо, андер ракне ко мэ нэй жара. How many of you are going back tomorrow night? Кто завтра вечером из вас уже уезжает? See your Moscow, Piranha, Abratna. Все московские преданные уезжают обратно. Начинать марафон. Начинать марафон. So the book distribution marathon is going to start very soon. Очень скоро начнется марафон по распространению книг. The marathon is a wonderful opportunity for us to show our compassion for the suffering humanity. И для нас это прекрасная возможность проявить свое сострадание страдающим человечеству. Whenever I come to Russia, I talk to the book distributors and ask them. What do people say on the streets? И когда я приезжаю в Россию, говорю с распространителями книг, я их спрашиваю, о чем люди говорят на улицах? What is their attitude towards our books? Каково их отношение к нашим книгам? They tell me that people are miserable. И преданные рассказывают, что люди страдают. They can see the recession. They can see they are not happy. Из-за инфляции, из-за всех этих
катаклизмов люди несчастливы. And many of them say, give me some book that will give me peace of mind. И многие из них говорят, дайте мне книгу, чтобы я мог обрести спокойствие ума. So these books contain eternal wisdom. И эти книги содержат вечную мудрость. And based on our enthusiasm, we perform. И мы распространяем эти книги, и это распространение во многом зависит от нашего энтузиазма. Иногда наш ум говорит, что никто не хочет читать эти книги. Махарадж, это правда, что люди не хотят читать эти книги? Некоторые не хотят, но некоторые хотят. Some of them don't want, and some of them they want to. Yes. If nobody wanted to read these books, would all of you have been here? Если бы никто не хотел читать эти книги, то были бы вы все здесь тогда. You wouldn't be here either. Вас бы здесь тогда не было, если бы никто не хотел читать эти книги. When Prabhupada went to your country, there was no devotee. Когда однажды первый раз Шрила Прабхупада приехал в вашу страну, там не было ни одного преданного. Now there are thousands. И сейчас уже тысячи. So if nobody was interested in his books, then how did you all get interested? Если бы никого не интересовали эти книги, то как бы вы тогда этим заинтересовались? Just like when you would say, oh, but we were sincere, now they're not sincere people. Ну, можете сказать, ну, мы-то искренние, конечно, люди, но сейчас уже таких искренних не осталось. There are many sincere people. Still walking around in society. На самом деле, по-прежнему в обществе есть много искренних людей. They're confused. Они просто запутались. Misdirected. Они их сбили с толку. Frustrated. Они разочарованы. Unhappy. Несчастны. Miserable. Полны страданий. Sad. Печальны. Lamenting. Они скорбят. So when they get these books, when they get a friendly Hare Krishna devotee to talk to them, they're very happy. И когда им в жизни встречается такой дружелюбный, преданный из Харе Кришна, и он так дружески поговорит с ними и даст им книгу, то они могут обрести счастье. Материальная жизнь, она везде одинакова, куда бы вы ни поехали. Одни страдания. И нет никакой уверенности, никакой гарантии в будущем. Единственное, что дает нам счастье, это служение Господу. So many of you are engaged in preaching and book distribution. И многие из вас занимаются проповедью, распространением книг. In Russia also, the Weekend Warrior program is going on. И также в России есть эта программа «Воин выходного дня». And take part in the book distribution marathon. Поэтому принимайте участие в этом марафоне по распространению книг. Я пару дней назад разговаривал с Ачитатмой, президентом из Петербурга. Они раньше уехали, вернулись. Они хотели, чтобы основательно подготовиться к марафону и начать его хорошо. А вы как преданные, вы горите, чтобы начать марафон? Есть у вас такой задор? Yes, no. Да или нет? Да. Какое-то такое негромкое, да? Еле слышное. Похоже, вы все хотите просто расслабленно, да, жить. Есть много приятных в вашей стране, которые очень серьезно относятся к распространению книг. Russia book distribution has gone up on the whole. Вот вообще в целом по России распространение книг увеличилось. Please take part in the preaching activity. Пожалуйста, принимайте участие в этой проповеди. Lord Rishabhdev says, a gentleman does not see a blind man walk on the wrong side of the road and keep quiet. Ришабхадев он произнес такую фразу, что настоящий истинный джентльмен он не будет молчать, когда увидит, что слепой человек идет не по той стороне дороги. Он его направит на правильный путь. Вот это наша цель.
Здесь направляет людей на истинный путь, на правильный путь. Wherever I go in your country, in every temple, I see a lot of new people coming to the lectures. И вот где бы я ни ездил, ни путешествовал по вашим городам в России, я вижу, что много новых людей приходит к вам. Bhaktivinoda Krishna Maharaj organizes programs on the ships of Moscow. Bhaktivinoda Krishna Maharaj организовывает программы на кораблях в Москве. Some of you sitting here. A part of his team. И вот кто-то из вас, кто здесь сидит, является частью его программы. And many thousands of new people come, isn't it? И приходят новые тысячи людей. So people are looking for an alternative lifestyle. Люди ищут альтернативы современной жизни. And if we're trying to preach, Krishna will reciprocate. И если мы будем пытаться проповедовать, то Кришна будет отвечать нам. Взаимности помогать нам. So, how many of you are staying here till the end of Kartik? Кто из вас здесь останется до конца Картики? The only problem is Kartik this year is ending just the day before the marathon. Единственная проблема, что вот в этом году Картика заканчивается буквально за день до начала марафона. Лидер нашей группы в Сурате. Там 700 человек где-то. Мне кали исле не ая. Мне бакто не ка. Ки морча чалу ху гая. Ие лог иже гунде лог е. Ие лог бхар е. Мне проблема, я бар никлунга мандар ке, во хатан ле. А я 5 минут ле жау, я 1 гандик ле жау, кучу парагин ле парагин. Мне ане ко сачму тияру, мне истон се чата та. Мне е исле бада дия, парак ки. Мне жане ме, мне бар никлунга ме парагин. Сон лог бетай, мама. मेरा बाहर नहीं अब ये समझ में आ रहा कि बस नहीं गए वही है तब सो बैठा कौन मोर चांद मार पूजे सो रहे मेरा खाली प्रॉब्लम ये है कि जो इनको पता लग गया ना किसी प्रकार से कि मैं बाहर निकला हूँ ये लोग मुझे घेर भी सकते हैं व्हाट इट मीन टू कम टू प्रीच टू दोस दे हैव अ ग्रुप ऑफ 900 डिवोटीज for waiting for my lecture. Там 900 преданных ждут моей лекции, преданные приходят, чтобы меня пригласить туда. That's in Chitrakoot Ashram. Это Chitrakoot Ashram. But because these people are demonstrating in the front, the leaders told me here not to go out of the temple property. Вот из-за того, что там демонстрация за храмом сейчас идет, лидеры предложили, ну попросили меня лучше не покидать пределы храма. Okay. Yes. Как вы? Махарадж, а что решили? GBC about the расширение храма Кришна. What GBC decided about the extending Krishna Balaram temple? It's not so easy. Это не так-то просто. We have the school. Есть школа. Where do we move the school? Надо тогда убирать школу. We bought some land recently. Недавно мы купили землю. And there's some legal problem there now. Там сейчас есть некоторые такие легальные проблемы. Real Kali-Yuga. Настоящая Кали-Юга. So we are thinking. Мы думаем. But Prabhupada is pleased that so many of you are coming. Но Прабхупад доволен, что много из вас приезжают сюда. In the morning there is no rush. There is no place to walk. Утром здесь вообще почти негде ходить, да? I think all of you have to become sannyasis if you want a good place, a safe place to stand in the temple. Я думаю, что всем вам надо стать саньяси, чтобы вам было гарантировано место в алтарной комнате. Там впереди веревка натягивается для саньяси. But I think starting tomorrow the rush will be less. Я думаю, с завтрашнего дня уже меньше людей будет. And after tomorrow will be normal. Послезавтра вообще уже нормально. Because from the Indian Yatra, thousands of devotees come.
at this time to Vrindavan. И вот из индийских ядр тысячи преданных они приезжают в Вриндаван в это время. So that makes the temple more crowded. И это вот, так много, и именно поэтому так много людей в храме. Now with the Delhi Ratiyatra, people begin to go back to their places. И вот с Далийской Ратхаятры преданные начинают возвращаться в свои города. I will go on Braj Mandal Parikram on 27th and 28th. Я 27-го, 28-го присоединюсь к Braj Mandal Parikram. For those of you who are still here, те из вас, кто здесь будет, I may come back here 20th evening. Может быть, я еще вернусь сюда 20-го вечера. So we have a function on 21st. У нас есть тут церемония 21-го. But it's not sure. Но это не 100%. But anyway, I gave you all darshan every day for the last 6 days. Но я так или иначе давал вам даршан каждый день последние 6 дней. Today we had an initiation program. Сегодня провели инициацию. So I think I've done my quota. Я думаю, я уже вот свое дело сделал. Thank you very much, Guru Maharaj. Any more questions? Есть еще вопросы? Yes. Вопрос? Да. Вопрос. А можно ли неинициированным преданным повторять святое имя на четках из Туласи? Can non-initiated devotees chant the holy name on the Tulasi beads? They can. There's no law that says you cannot. Ну, нет такого закона, который бы говорил, что они нельзя повторять. Anybody can chant. Они могут. Любой человек может повторять на четках. The market is all Tulsi beads to everybody. То есть там на рынке же четки из Тулси всем продают. You go to buy Tulsi beads, they don't ask you, are you initiated? Когда вы покупаете четки из Тулси, вас же не спрашивают, а ты инициирован? Всем можно. Всем можно. So, yes. Да. Ну, Махарадж, скажите, пожалуйста, что вы вчера сказали в Пандале, а что ли Прабхупаде? Ваши слова не были translated. Yesterday, your words about Srila Prabhupada, they were not translated. What you said? Yesterday. Well, I said Prabhupada was appeared to fulfill Lord Chaitanya's prediction. Я сказал, что Шрила Прабхупада явился, чтобы исполнить предсказание Господа Чайтани. The holy name will be chanted in every town and village of the world. Что святое имя будет повторять в каждом городе и деревне по всему миру. Prabhupada struggles to get donations to print his books. Как Прабхупада, он прилагал много усилий к тому, чтобы собрать пожертвования и издать книги. Before Prabhupada went to the West, he went to Bombay. До того, как Шрила Прабхупада поехал на Запад, он ездил в Бомбей. To raise money for printing first canto volume 3. Для того, чтобы собрать денег на издание третьего тома первой песни. And someone told Prabhupada, there's a lady called Srimati Maharaji, she's very rich, she and charitable. И вот там в Бомбее Прабхупаде сказали, есть такая женщина, Шримати Мурарджи, она вот такая достаточно, ну, то есть щедрая, дает пожертвования. So Prabhupada went to her office building. И Шрила Прабхупада отправился в ее здание. Prabhupada told her, I want to see Mrs. Maharaji. И Прабхупада сказал, я хочу встретиться с миссис Мурарджи. He said, no, невозможно, она много работает. И ему сказали, это невозможно, у нее много работы. So Prabhupada said, I have to meet her at any cost. И Прабхупада сказал, я любой ценой должен с ней повстречаться. So, anyone goes to the office building has to enter through the entrance and come out from the entrance. И все, кто входит в это офисное здание, должны входить через вход и выходить через этот вход. The Prabhupada sat down on the staircase. И Прабхупада поэтому сел на ступени. For 5 hours. Не, 5 часов сидел. Doing a japa. Он повторял джапу. Prabhupada was thinking, in the evening she has to go by this road. Он подумал, что в любом случае вечером она должна спуститься по этим ступеням. In the evening, when she was going home with her secretary, she said, "Oh, who is this Swamiji?" И когда вечером она шла со своим секретарем, она спросила, а кто это Свамиджи? And her secretary said,
He's waiting himself 5 hours because he wants to speak to you. И секретарь сказал, этот Свамиджи ждет вас уже 5 часов, он хотел поговорить с вами. He was very impressed that Prabhupada was waiting for 5 hours. И очень впечатлило то, что Прабхупада ждал ее 5 часов. So she agreed to talk to Prabhupada. И она согласилась поговорить с Прабхупадой. Then she gave the money for printing the book. И она дала деньги на издание книг. So Prabhupada was sitting in the staircase for 5 hours. И Прабхупада 5 часов сидел на ступенях. Once Prabhupada was distributing books in Delhi. И однажды шел Прабхупада распространял книги в Дели. Жаркая погода. Была жаркая погода. And it was very hot. Очень жарко было. Prabhupada had a stroke. И у Прабхупады был солнечный удар. He fainted. Потерял сознание. Then as soon as he came to consciousness, he started distributing again. Но как только он пришел в себя и вернулся в сознание, он снова начал распространять. Okay. So in the Rath Yatra, people are coming, but my suggestion is if someone's elderly, then he should not come for the Rath Yatra. Вот те из вас, кто поедет на Rath Yatra, мое такое предложение к вам, если кто-то уже в преклонном возрасте, то лучше, наверное, не ехать. Only reason is in Rath Yatra, you have to walk for 5-6 hours. Потому что вот на этой Rath Yatra шествие будет продолжаться где-то 5-6 часов. Надо будет пешком идти. I mean, of course, it's very pleasurable because there's so much kirtan going on. Конечно, это очень приятно, там много киртана. So and we make a lot of stops for arati. И также есть множество остановок, где проводят арати. If someone's very elderly or sick, then it's should not come. Но если кто-то болен или в пожилом возрасте, то лучше, наверное, нет. Very nice prasad. Конечно, там будет очень хороший просад, очень вкусный. Okay. Anything else? Ну хорошо, еще есть какие-то вопросы? Гуру Махарадж, можно спросить, где можно получить приглашение на проживание здесь, в Вриндаване? She is asking, where is possible to get an invitation to stay in Vrindavan? She wants to stay in Vrindavan all the time. We have a policy in Vrindavan. If you're serving in the temple, then the temple will give you an invitation. Есть такое правило здесь в Вриндаване, что если вы занимаетесь служением в храме, то храм дает вам приглашение. But legally the temple can only give a letter if you're serving in the temple. То есть по закону храм может дать это письмо пригласительное только если вы занимаетесь служением в храме. Otherwise you can't do it so legally. Иначе он не может как-то официально это сделать. Он не может постоянно служить. She doesn't have permanent service. But you want to stay in Vrindavan. Ну, вы хотите жить во Вриндаване, да? А когда ваша виза заканчивается? 30 On the 30th of January. Okay, so I'll be back here before that, and I'll talk to you. Ну, я думаю, что до этого времени я еще вернусь сюда, и мы с вами поговорим. Is night, Anna? Спасибо. Можно позже подойти к нам. Okay. Спасибо. Благопал Кришна Махарадж ки. Those who wanted a Lishna Darshan. If you want to have Darshan of my deities, you're going to have Darshan of my deities before you all go back. Если кто-то из вас хочет получить Darshan Божественного Махараджа, можно это сделать до того, как вы пойдете уже назад домой. My room is on the other side on the same floor. Вот комната Махараджа на этом же этаже. Maharaj, I can see you for 1 minute after this. На минуту можно с вами будет встретиться? Very, very sleepy here. I think I'm a little tired. Wait, lecture after Parigrama. Yeah, where did you go? Go on? Хорошо, вам. Какой город? Какой город? Я был там. Много раз. Никто не приходит и не приходил.
Thank you.